Итак, машина ZE0, высаженная почти в ноль, черепаха была, в общем, она даже сейчас отрубилась, на нейтраль вышла. Что-то около 325 вольт суммарно, 0,3 киловатт-часа по левспаю. Короче, задача проверить, сколько реально киловатт-часов войдет по счетчику по сравнению с тем, сколько пишет левспай. Хочется понять, какой коэффициент нужно учитывать, ну, для подсчета реальной емкости потом на будущее, например. В общем, все, подогрев машины выключен, все лишние потребители тоже выключены. Выключаю машину, включаю на зарядку. На зарядку 15 амперами, то есть нормально, немедленно, да, стандарт. Для зарядки буду использовать вот эту китайскую зарядку. 16 ампер выставил. Все, поперли. Так, для подсчета буду использовать вот этот измеритель. Лишние потребители я выключу, чтобы никакие ваты не уходили. У меня на этот счетчик подключено 3 зарядки. Так, теперь вот нормально, 0,8 ампер, ватт все употребляет. Значит, сбрасываю на 0 киловатт-часы и подсоединяю пистолет. Все, зарядка пошла. 225 вольт, 16 ампер, 3,5, 3,6 киловатта идет. Счетчик считает. Посмотрим. Сравним с лифтпаем. Итак, прошло сколько-то часов. Лиф ZE0 зарядился. В него закачалось 15,5 киловатт-часов. Сейчас посмотрим, сколько это в лифтпае. Посчитаем. Короче, по левспаю вошло, стало, вернее, 14,3 киловатт-часа, ой, 14,2, а было 0,3. Ну, 0,3 правильно, неправильно, не знаю. Короче, если разницу берем, 13,9, да? 13,9 делим на 15. Что там на 15,5 киловатт-часов? Это получается ровно 90%. Как бы вошло, то есть 10% потери. Ну, 10% хорошее число, запомним. Все, для лифаза E0, значит, это 10% потерь на нагревы. Итак, так аналогичный эксперимент я провел на ЕНВ200. Вчера просто на галстуке привез машину, разрядил ее, блин, в ноль, что-то не рассчитал. То есть там вообще было 0. 4 раза скидывал клемму, по напряжению вырубалась. То есть можно считать, что в ней было реально 0. Значит, залилось 21,12. Сейчас посмотрим, сколько по лифтспаю. Так, по лифтспаю вошло 18,3 киловатт-часа. Это 87%. То есть 13% ушло в нагрев. Чуть больше, чем в лифе.